Добро пожаловать в SolidCAM Professor в серию видеофайлов Jumpstart. Простой путь ускорить понимание SolidCAM. Я Евгений, SolidCAM Professor, и в этом эпизоде мы рассмотрим девятую, последнюю часть нашего первого урока. На данном этапе мы завершили все операции, проверили их выполнение на симуляции. Нам осталось сгенерировать G-код для последующей обработки нашей детали. Чтобы сделать это, щелкаем правой кнопкой мыши на Operations, подсвечиваем G-code All и в данном подменю выбираем Generate. Генерация G-кода будет выполнена согласно выбранному постпроцессору. Имя файла, соответствующего G-кода, будет соответствовать имени нашей модели. Если мы хотим сгенерировать G-код для какой-то определенной операции, то мы щелкаем правой кнопкой мыши на эту операцию, выбираем G-код, щелкаем Generate. Нам будет предложено выбрать имя файла для данного G-кода. Для примера выберем AA. Итак, мы видим, что этот G-код будет соответствовать той операции, которую мы выбрали в дереве CAM-менеджера. Мы также можем разделить нашу программу, используя команду split, и G-код будет сгенерирован в двух файлах: операции до сплита и после него. Давайте для примера выберем операцию покета и добавим сплит после нее. Щелкаем на операцию покета правой кнопкой мыши и выбираем сплит. Будет предложено выбрать имя сплита. И так как мы видим, операции разделились на операции до сплита и после него. Если теперь мы нажмем правой кнопкой мыши на Operations и сгенерируем G-код, то мы получим два отдельных файла. Первый из которых будет называться Simple Cover по названию нашей модели, а второй будет называться Simple Cover 1. В первом файле три операции, которые до сплита, и в Simple Cover 1 в этом файле будет находиться последняя операция, в данном случае это операция сверления. Мы можем добавлять несколько сплитов и разбивать программу на несколько файлов с G-кодом. На этом мы завершили девятую, последнюю часть нашего первого урока. Спасибо, что присоединились к нам в SolidCAM Professor. Всего доброго и до свидания.